Показатели Камчатки по закупкам у субъектов малого и среднего бизнеса превышают общероссийские практически в 1,5 раза. На полуострове этот показатель составляет около 45%, а в среднем по стране 29-30%. Об этом сообщили на заседании Совета по конкуренции при губернаторе Камчатки. Участие в нем принял заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, который прибыл на полуостров с официальным визитом. Конечно, еще многое предстоит сделать. Мы сегодня говорили о том, что в течение сентября правительство Камчатского края утвердит дорожную карту развития конкуренции, где будут описаны конкретные мероприятия по конкретным рынкам. Это и сфера здравоохранения, сфера социальных услуг, сфера промышленности, сфера, значит, которая связана с деятельностью естественных монополий. Нужно посмотреть, какие конкретно меры помогут повысить качество экономики в этих сферах. Что препятствует предпринимателям, почему создаются барьеры для входа на рынок, и постараться исключить все негативные факторы, которые препятствуют развитию конкуренции. Ключевой темой заседания стало развитие конкуренции на рынках, которым предпринимателям трудно получить доступ из-за монополистов в той или иной отрасли. Вопрос конкурентности, он, наверное, здесь очень остро стоит. Как его сформулировать, я не знаю. Мы делали очень много попыток эту проблему обострить на уровне правительства Российской Федерации. Пока, честно сказать, поддержки большой мы не находим, потому что, наверное, и там недостаточно понимания того, как эту проблему решить. Также участники обсудили эффективность мероприятий, направленных на стимулирование региональной конкуренции, и подвели предварительные итоги деятельности за 2019 год.